Первая атака за джамболом. И сразу хороший полукрюк. 80-й номер. У лидера дивизиона Изи, напомню. И 45-й номер. Чьи первые очки Стоктон набирает. 25-й номер. Михаил Скотников отличается. Скотникова цели достигает. Равный счет на табло. 5-5. Играет и Василий. Василий пока очень неплох. Евсеев, 30-й номер. 80-й, прошу прощения. Василий Слинкин. Джамбол. Снова на своего центрового. Тот со средней не попал на этот раз, Василий. Воронцевич на дуге. Хороший пас. На ход. И 23-й номер. Трёха не точно, но на подборе. Здорово. Подсуетился 41-й номер Стоктона. Номер Стоктона. Алексей Кочетов и забил. Но в ответной атаке 33-й номер. И трехочковый бросок от Стоктона цели достигает. Хороший проход. И два с фолом. Зарабатывает для своей команды. Забивает. Иннокентий. Рой также точно. Перестали загружать джамбол своего центрового. Хорошо того прихватили. Но вот сейчас мяч довели. И Василий Евсеев очередной хороший. И теряет, к сожалению, мяч. Котников. Проход идет. До Воронцевича мяч не дошел. Потеря. Джамбол убегает. В раннее нападение будет атака. И 2 очка набирает. Первый штрафной в цель. Первый штрафной в цель. Сергей отправляет. Вновь впереди Стоктон. Прессингуют высоко достаточно баскетболисты Стоктона. И трёха от Скотникова на сей раз точно. Михаил в цель. Второй так. В цель. Второй также точно. Стоктон вырвался вперед. Трехочковый бросок от джамбола. Второй также в цель отправляет Михаил. Однозначно сегодня он лучший игрок этого матча пока. Джамбола. Андрей Хованский из-под кольца забил. Очередной штрафной. Следующий. Нет, все-таки промахивается. Забивает. Михаил вновь. Забирают. И средний от Евсеева. Очередной мяч забивает. Василий. Номера. Александра Солямина из угла. Александр точен. Отвечает Стоктон своим трехочком. Дениса Рами. Краснюк. Хованского. Хованский трёху тяжелую. Андрей забивает. В третьей четверти завязано на Константине. Сейчас он разобрался с опекуном и 2 очка.
Пекуном и 2 очка набрал. В ответной атаке Джамбол. Не забивает Константин, но на подборе. Отборолся. И 2 очка Скотникова. Вот обратный пас. Константин забивает очередной свой мяч. Сразу 2 на нем. Находит передачу. И здорово. Отличная комбинация. Вывели 5 номера на... Второй в цель отправляет. Василий Евсеева. 8 номер нашел. Тот на Воронцевича. Воронцевич. Тяжеленный проход. Константин. Прошу прощения, нарушу правила. Кондратьев. Отличный подбор забрал 7 номер. Второй мимо. Второй в цель отправляет. Вновь. Но Хованский 2 очка набирает. Хованский. Хороший заслон мы поставили. Андрей 2 очка. Еще от Хованского. Уступает он в габаритах, но борется достойно. А вот сейчас тяжело ему будет. И Воронцевич 2 очка набирает. Евсеев тут замечательную передачу нашел на 9 номера. И Евсеев, он выцарапывает его. Хованский 3-ху опять не попадает. У Андрея сегодня с бросками не... Это была топ-3 игр этого тура. Как вы прокомментируете игру? Вы выиграли, но победа такая шаткая. Что по игре скажете? Да, в принципе, все нормально. Играли. Ребят хватались, ребята играли грязно. Сейчас вот пытаются драться за последние какие-то там моменты. Ну, игра это игра. Как бы в игре важно, выиграл, не выиграл, да? Сегодня выиграли. Все, что сказать? Играли как могли. Почему Дмитрий не приезжает на новые игры? Я думал, когда же вы спросите про Пересыпкина. Может быть, пару раз еще скажем Пересыпкин? Не знаю, давайте. Ну, просто скажем... во всех обзорах про Пересыпкин. Потому что он X-Factor, мы так считаем. Но на топ-игры, мне кажется, он ни разу не приехал. Там на игры тура. Слушайте, но он приезжает в удовольствие играть. Если он не может, то у него там какие-то семейные обстоятельства, мы понимаем. То есть, когда борьба, он не приезжает? Нет, это не значит, что когда борьба, он не приезжает. По-моему, с Вермонтом он был же. Многие такие игры, он приезжает, просто у него по семейным обстоятельствам там не получилось. Меня просто не было, поэтому я важно. Не, он бывает, поэтому все. Ладно, это победа, еще спасибо. Один топ-9 соперников пройдено. Да? А что, кто остался? Я же не знаю ваш календарь. Каролина там. Нет, мы вам проиграли 3 очка в клатче. А как вам игра? Очень обидное поражение. Вы молодцы, держались. Как прокомментируешь игру эту? Ну, не то, что нам обидно. Мы, наверное, закономерно сегодня, да? Мы не попали в конце. У вас были броска, 3 потери сделали на последних 2 минутах. 2 раза догоняли по ходу. Игра была достаточно интересная. Да, игра была интересная. Мы, конечно, готовились, что Дима Пересыпкин будет. Но даже без него, по содержанию, одна из самых лучших игр, на мой взгляд. То, что проиграли в конце, ну да, это баскетбол, мяч прыгает. А что за конфликт у вас был? В концовке там стояли, обсуждали? Это не конфликт, но просто мы ожидали уже, что владение было Стоктон, и они не будут атаковать. Ну, один из игроков у нас. И они пошли забили, когда против них не защищались. Ну, как бы не по баскетбольному, но здесь это некрасиво, я не согласен. Стоит оно того, чтобы это обсуждать в интервью. А, ладно, у вас очень хорошая команда, поэтому давайте до дальнейших хороших игр. Спасибо. У нас сегодня тоже непростая.